Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как сделать темную тему в браузере. Причем будем делать мы полностью темные сайты. Если мы посмотрим на стандартный браузер, на тот же Google Chrome, он этого делать не умеет. Давайте я покажу, о чем речь. Открываем сайт. Это сайт Google. И вы можете видеть, что стандартный фон сайта белый, то есть светлый. Если мы включим темную тему на устройстве, фон сайта останется светлым. Как сделать так, чтобы он тоже стал темным? Для этого мы установим браузер от компании Samsung. Заходим в Play Market и нажимаем на строку поиска. Пишем Samsung браузер и открываем страницу фирменного приложения. Нажимаем установить и ждем установки. Запускаем приложение. Сразу нажимаем на три полоски и выбираем режим затемнения. Готово. Теперь открываем какой-нибудь сайт с белым фоном. Как вы можете заметить, фон на том же Google стал полностью черным. Это очень полезная функция для некоторых людей, в других браузерах я ее не встречал. Единственное, есть один нюанс, что на некоторых смартфонах придется включить темную тему самой прошивки. Это делается примерно так. Готово. После этого функция начнет работать и в браузере. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.